победил, но у них наверняка хорошая медстраховка. Внимание! Беглецы напали на склад продовольствия. У нас происшествие в районе Ансонии. Ваши полицейские баррикады. Я помогу уравнять шансы. Давай. Если баррикады падут, людям внутри придется худо. Носорог не бежал от драки. Видимо, он выполняет приказы доктора Октавиуса, быстро нападает на команду экстренных служб и отступает. Этого не должно случиться. Иду! Одна крыша чиста. Разрушим это здание.
попросить автограф. Реактивные ранцы? Кто додумался дать этим парням реактивные ранцы? Ребята, мы на одной стороне! Давайте хотя бы сначала разберемся с зэками! Нарушители будут умиротворены. Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Орвеллом? Или только мне? Что, никому? Падет лучше! С этого места! Паук наверх! Преступники стреляют из СПГ! Они разнесут здание! Этого не должно случиться! Иду! Одна крыша чиста! Рад тебя видеть! Готов покрыть за то, что упрям! Еще показалось, что повеяло Орвеллом. Или только мне? Что, никому? Иду! Одна крыша чиста. Рад тебя видеть, но готов ответить на нашу упряжку. Thank you.
способы просить автограф. Реактивные ранцы? Кто додумался дать этим парням реактивные ранцы? Ребята, мы на одной стороне! Давайте хотя бы сначала разберемся с зэками! Нарушители умиротворены. Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? Пора вздремнуть. Человек-паук навяз! Преступники стреляют! Одна крыша чиста. Рад тебя видеть, паучок! Готов ответить на то, что упрятал меня? Хотя бы сначала разберемся с зэками. Нарушители умиротворены. Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? Разберитесь с Человеком-пауком быстро! Мы разрушим это здание. Беглыми зэками покончено. Теперь надо разбираться с летучими обезьянами Соболя.
эти маленькие энергетические болы спецом для меня? Польщен и напуган. Юрий, участок в безопасности. И я только что узнал, каково быть приоритетной целью Соболя. Гадость. Будешь знать, как смеяться над международными наемниками. Да уж. Ладно, отключаюсь. Позвони, если обстановка накалится. Хорошо. И спасибо. Ты дал нам возможность сражаться. Так. Надо спешить в ветеранский центр в Гарлеме. Помочь Мэй. Питер, наконец-то! Ты нужен нам в ветеранском центре. Где ты? Меня задержали. Как вы? Что происходит? Преступники подожгли здание. Мы вывели персонал, но мы с Майлзом остались внутри. Я пытаюсь найти путь к ним, но огонь распространяется слишком быстро. Оставайся на месте, МД. Я разберусь. Только быстрее, Пит. Быстрее! Всем машинам Соболя нужен отчет об обстановке в Блумингдейле. Наблюдательный пункт транспорт. Цель не обнаружена. Джей, стой на месте! Не хочу, чтобы тебя тоже пришлось спасать! Питер, не сходи с ума, дождись помощи! Мэй! Мэй! Сюда! Мы здесь! Держу! Держись! А! Тетя Мэй, вы целы? Пробирайтесь к окну! Слишком далеко! Держись! Только держитесь! Давай, глупый кусок! Ну же, Мэй, я спасу вас! О, Господи! Давай! Вперед! Майлз, давай! Нет! Тебя. Мэй цела? Все спасены.
МДжей, если бы не вы с Майлзом, я был бы... Мертв, как и я те 100-500 тысяч раз, что ты спасал меня. Так что я все еще перед тобой в долгу. Умно. Послушай. Мне жаль, что я все испортила. Просто нелегко быть той, которую все время спасают, понимаешь? Иногда я и сама хочу спасать. Прости, что заставил тебя чувствовать, будто ты не можешь. Мы все еще партнеры. Как всегда. Эй, я не знал, как ты любишь, с газом или без, минеральную или из горных источников, так что принес по одной каждого вида. Я не вовремя? Нет, мы с МДжей, с мисс Уотсон, обсуждали стратегию. Стратегию? Да, верно. Город в опасности, и ему нужна наша помощь. Помощь всех нас. Ладно, командуй, тренер. Ладно. Разделяй и властвуй. Мисс Уотсон, нам нужна вакцина от дыхания дьявола. Аскорб что-то создает, но они не смогут защитить свое детище от Октавиуса Или. Нам нужно найти лекарство и защитить его. Я проверю кое-что. Майлз, тебе придется стать моими глазами и ушами в пир. Будет что-то не так? Звони. Мы должны обеспечить безопасность центра и его обитателей. Ладно, а что будешь делать ты? Шайка безумцев в костюмах разрывает город на куски. Пора уделить ей внимание. Ясно. Погоди, а как? Я тебе позвоню. У тебя же нет телефона в твоем... твоих карманах. Мисс Уотсон даст тебе мой номер. Удачи, команда. Его номер. Ты девушка-паука? Было бы круто, если... Хватит, Шерлок. Лучше покажи мне свой богатый выбор воды. Немного спокойнее. Майлз следит за пиром, МДжей ищет средства от дыхания дьявола. Пора найти Отто и сорвать его планы. Юри, пора выходить на след босса. Насчет Октавиуса ничего? Нет, ничего. Криминалисты даже не могут поработать на Таймс-сквер. В отделе болеют все, кроме стажеров. Возможно, я что-нибудь найду. Сообщу тебе. Спасибо, мой жуткий преследователь. Можешь звать меня бригадиром. Потому что ты все норовишь поручить мне что-то? Я так и понял. Группа наемников убирает преступления по всему городу. Скажи-ка, а эти наемники, случайно, не твои наемники? Нет. Я знаю только, что им отлично платят за работу, пока ты их не остановишь. А тебе-то что? Буду наблюдать, изучать. Помимо этих странных способностей, в духе сами знаете кого, обнаружили тяжелую стадию раздвоения личности.
контроль. Доложите, какова у нас ситуация в Ансоне. Человек-паук, ты готов помочь? Решил, что вам это нужно. Ты не знаешь, с чем мы столкнулись. Я никогда не видел ничего похожего на это дыхание дьявола. Криминалисты замучились. В новостях говорят, что здесь Отто выпустил дыхание дьявола. Возможно, я найду следы отравы. На этой табличке следы какого-то вещества. Возможно, возьму образец. А ты лидерная последовательность. Многообещающая. CPF-1 модифицированный аскорб. Это точно оно. Может, смогу отследить путь распространения? След идет в нескольких направлениях. Нужно выбрать одно. След ведет к тому зданию! След ведет в эти отверстия. Что там делал Отто? Здесь должна быть дверь или люк. Мрачновато. Надо как-то включить свет. Будет свет. О, здесь был плацдарм Отто. Побег из тюрьмы – идеальная маскировка для проникновения. Отто движет ярость. Нейроинтерфейс ее усиливает.
Но его ненависть настоящая. Он уничтожит весь город, чтобы причинить вред Норману. Отто искал слабые места в технике Соболя. Норман. Мне кажется, что я вижу его лицо повсюду. Он улыбается перед камерами, получает комплименты и давит мне сапогом на горло. Почему никто не видит его эгоизма, его беспечности, его злобы? Если бы они только увидели Нормана, которого знаю я, человека под маской. Скорб проник во все сферы. Энергетику, связь, безопасность. Норман сделал свою компанию жизненно важной, но при этом уязвимой. Сколько людей понадобится? Мартин Аристо. Это моя последняя запись. Питер, если ты это слушаешь, знай, что я поступил так, как считал правильным. Возможно, это чересчур, но против Нормана полумеры не годятся. Из всего, чем я рискую, идя на этот шаг, меня больше всего огорчает потеря твоей дружбы. Надеюсь, что если мы еще раз встретимся, мы не будем врагами. Носорог. Мой второй любимый русский. Отто записывал послание для команды. Алексей. Я много лет слежу за твоей карьерой. Мир считает тебя идиотом, а я вижу воина сердцем поэта. Я знаю, что ты жаждешь освободиться от костюма, в котором заперт. Помоги мне достичь... Отто создал средство, чтобы освободить носорога от костюма. Одно правительственное агентство не сделало это за много лет, а Отто смог за несколько дней. Мак Гарган, он же Скорпион, он же псих-психованный. Я редко признаюсь в подобном, мистер Гарган, но уплата ваших долгов оказалась делом более сложным, чем я ожидал. Вы задолжали требовательным людям, но после операции с водохранилищем ваши финансовые обязательства тоже будут ликвидированы. Стервятник. Я бился с ним чаще, чем с любым другим. Какая горькая ирония, Эдриан. Твои чудеса... От источника энергии у него рак спинного мозга. И Отто разрабатывает для него лекарства. Электро. Всегда под напряжением. Макс. Когда ты впервые рассказал о своей мечте, я решил, что ты безумен. Чистый... Главная мечта Электро — стать чистой энергией. Док модифицировал его костюм, на шаг приблизив его к цели. А это еще что? Ультрафиолет. Ха, ничего. Надо как-то включить эту лампу. Вот так. Скрытые метки. Отто поручил злодеям уничтожить. Последний этап. Прямое нападение на Оскорб. И скорее всего, Электро занимается электростанциями. Почему стервятник на Таймс-сквер? Нужно быть начеку. Носорогу поручены объекты на побережье. На каком... Скорпион отравит воду в водохранилище. Оно тоже принадлежит Оскорб. Ли занимается средством от дыхания дьявола. С помощью какого-то икара.
Похоже, док тайно работал над ядом Скорпиона. Он содержит мощный галлюциноген. Икар, вот оно. Человек-паук, мы не представлены должным образом. Я... Отто Октавиус. Никакого Икара нет. Верно. Мартин и сам отлично справится с охраной вакцины. Икар просто уловка, чтобы заманить тебя на точку. Что за точка? А? Него. Уже ищу. Я поняла все разрешения на строительство в городе. Если запись есть, я ее найду. Прекрасно. Ладно. До связи, МДЖ. Не вышло? Потрепало. Теперь план Б. Почти согрел мне душу, Электро! Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? Не попал, Макс! Как обычно! Теперь тебе... А, неважно, с тобой! Паук! Я должен сломать тебя. Есть! Ты понял шутку? Я так рад, что почти готов сдаться. Почти. Если честно, поодиночке вы мне нравились больше. Пора донести урок.
Удивительно, чего можно добиться, командой, правда? Энергия молодости и мудрость опыта. Идеальное сочетание. Как кошка с собакой. Ну да. Атаковать, он защищается. Надо оглушить или удивить его. Придавился паук. Просто повезло. Он на чеку. Надо оглушить или удивить его. Готов, остался еще один. Сколько уже раз мы вот так танцевали, Эдриан? 10, 20? Слишком много. Сегодня наш последний вальс. Подойти и прикончить его. Что происходит? Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Если бы ты и правда любил этот город, ты бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы порядок. Ты болен. Тебе нужна помощь. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Ненавижу, когда они заодно. Сейчас только отдышусь.
сейчас. Вот черт! Надо связаться с Юри. Юри, стервятник и Электро все. Остались четверо. Я видела. А еще я видела взрыв на Таймс-сквер. Я предполагаю, тут имеется связь. Ты все понимаешь. Эта крыша была плацдармом. Октавиус использует злодеев против Оскорб. Стервятник и Электро атаковали электростанции. Цель Скорпиона – очистные сооружения. Насчет носорога пока не знаю. Что-то на побережье. Для начала этого хватит. Ты пойдешь за Скорпионом? Да. Город и так еле держится. Если останемся без чистой воды, это конец. Я свяжусь с тобой. Хороший план.